Уже давно в поиске годных каналов с хорошим и неадекватным юмором. Заходи на канал Орала ТВ. На канале ты найдешь позитив, хорошее настроение, обзоры на разные вещи, летсплей на игры любого жанра, конкурсы, а также многое-многое другое. Заходи и наслаждайся хорошим контентом. Хеллоу, народ, а давайте порадуем начинающего ютубера своими подписками и активом. Передайте от меня в комментариях привет, поддержим, так сказать, создание хорошего контента. Призрак, походу, на кухне. Ты что ты взял? Я зашел, у меня тут тарелки летят. Сейчас дом прогреется. Ты уже включил отопление. Включил отопление, бля, активность пошла. Нет, жмотит, сука, за отопление оплатить. Да-да-да, экономит гадина. Короче, мы здесь, скорее всего, сдохнем. Ой, да ладно, мы тут призраков не существует. Дай нам знак. О, да. О, ну на камеру посмотри, на экран. А, да, да, вижу. Давай, пой, отче наш, EJC на EBC. Да сидит сынь твое, да прибудет царствие твое. Очисти это место от души грешной. О, спаси, я нихуя не сохрани. Вижу. Жри ультрафиолет, да. Солнце. Пищит нахуй. Романтический ужин. Хватит пищать, блядь. Кто там, блядь, половицы скрипит, пиздец. Ой, блядь! Беги, блядь, тварь! А, она за мной! Блядь, закрывай, стоп! Ёбаный рот! Блядь, скиф! Блядь, скифа заебашили вас! Она, блядь, на кухне стояла! А сейчас она где? Спаси меня, беги за мной. Ярик, блядь, она встанет, зажрало. Что? Она скипа сожрало. Да я же уже сказал, что скипа сожрало, иди меня спасай. Я в шкафу. Блядь, стой домой. Блядь, она обратно пришла. Блядь. Да не открывается. Вас открой, блядь! Взламывай это говно, я не знаю, топор бери! Я не могу, блядь! Блядь! Сука! Ну пиздец, блядь! Вас иди ты нахуй просто! Ну пиздец, я, блядь, в шкафу спрятался, нужно было дальше там сидеть. Так, ребят, че брать мне? Термометр. Камера на голову оденется. Ванна чисто. Детская чисто. Гостиная чисто. Мне кажется, что это подвал, но тут иначе градусов 15. Классика жанра. Но это гараж, да? Но это и подвал. Да-да-да, оно тут. Свет включим. Я тут фотик оставлю в подвале сразу. А, ну поставь, чтобы можно было посмотреть, там произошли. Да я говорю фотик, не камеру. У нас, кстати, активность была почти до 6, но прошла. Я взял пульт от телевизора. Зачем? Будем измерять уровень охуевшести. Так, ребят, блокнотик ставите? Да, ставим. Я сейчас проверю на микро нашего призрака. Может, он такой, знаешь, любит поболтать о ноготочках, о всей хуйне. Призрак, дай нам знак. Куда? Куда, на соль? Бросай. Да, бросай. Да что ты делаешь? Дай сюда. Призрак, ты нас слышишь? Призрак, ты тут? Кто твоя жертва? Сколько тебе лет? Дай нам знак. Бляха, муха, вот он! ЕМП какой? 4. 4. Скип, сейчас ёбай отсюда нахуй, пока ты вас не убил. Хуёво. Да мне пока да хуёво. У меня же давление. Какие что? Блять, он меня напугал, ублюдок. Сейчас прям начал, блядь, икать. Вот он. Холодильник. Фоткай. Фотографировал. Блять, может это полтергейст? Девять, ребята, аккуратнее, девять активности. Мы уходим. Сейчас, никому не входить, я сам один пойду. Стой, он не любит, когда его называют по имени. Понял. Я ухожу. Десять активности.
такими. Пиздец, я чуть не усрался. Вы меня больше напугали, чем призрак. Большим, либо этот фантом. Блять! Блять! Твою же мать! Сколько активность? Сколько активность? А, нормально, не сыр, я говорю. 7? Да это какая нахуй нормальная, я его только что сфотографировал. Причем это не тень. Умрем вместе, если что, да? У меня есть свечка. Фональная. Классно, ты иди освети его. Я освещу нам путь, братья. Где-то тут распятие ищите. Изыди, сатана. Или Джин, насрал кувшин. А как его зовут? Show yourself, покажи себя. Скотки. Нормально. У нас 5 МП. У нас 23 сутки. Ну там же уже все. Я уже ничего не боюсь. Джордж Браун, выходи на честный бой. На кумите. Сверху тебя 10 рассудка, давай быстрее. Ой, блять, пиздец. Охота. Я подвинься, блять. Иди от меня. Тут на двоих шкаф. У меня есть распятие. Если что, кинем. Вы там живы, ребят? Нет, мы уже умерли. Ну да, пока что. С того света пиздим. А он заебал, сколько ты можешь, ты нас не найдешь никогда. Да ладно. Сейчас я немножко гляну. Кого там трупнули? Да куда? Выкину, так сказать. Распятие. Прямо перед нами. Все, пойдем. С яблоем, господа. Ребят, кого грохнули? Он за вами да бежал. Да? Да никого. А ты что видел? Он как бы, смотрите, на камерах смотрю, он тут стоит, бегает. Бля. Потом по лестнице пошел, я думал, уже кого-то грохнули. Ну все, можем уезжать, мы все сделаем. Кость. Ой, сейчас фоткаю. Подвал чисто. Серку, у меня китик в руках. Молодец, пойдем найдем, где он там, блядь, находится, этот дебил. How old are you? Да, я тебе говорю. Наверное, он на чердаке. Зумер, тащи сюда китик. Да, нашли. А и датчик принеси, пульт. Я камеру поставлю. Блядь, свет. А, не, нормально. Двоечка. Не, единичка. Сейчас тут где-то микрофон видел прямо в доме. Сука, где тут кухня? Блядь, пиздец, а не дом. Кэрен Вилсон. У нас, кстати, недавно десятка была. А там все минусовая температура есть? Не замечал. Я нашел отпечаток. Отпечатки засчитал, отлично. Тухли по мираж, либо полтергейст, либо баш, либо реверант, либо ничего. Ну охуеть ты, блядь, целый список выдал. Кэрен Вилсон, ты меня слышишь? Как тебя зовут? Кто твоя жертва? Покажи себя. Блядь, он тут! У нас пятерка. Ребята, нет, четверка. Ребята, это полтергейст. С чего ты взял? Полтергейст, я увидел огонек, и у нас есть отпечаток. Призрачный огонек, отпечаток, это только полтергейст. Отличная работа, ноль потерь. А надо сфоткать, чего осталось, и все. Сейчас найдем. Блин, тогда сейчас я микро возьму и фотик. А, мне все это есть. Я все понимаю. Началось, десятка, я его видел! О, да я вовремя. Блять, пизда нахуй. Тупо смерть. Скифы пизда, походу. Я засчитала. Валим. Ярик, посиди, я не проебывай пока эту. Да похуй, нормально все будет. И в прошлый раз это так разогрев, это не по-серьезному. Где-то воду включили.
пиздят. За воду платить надо, никто бы не включил. Тут, блядь, ну там не звук воды, тут будто просто что-то, блядь, стукает или бурлит. Да было. Блядь, ёбаный. Заебал. Да хрена, я чуть не обосрал. Отрыжка с эхом. Он в параше? А, секунду, он еще одну дверь приоткрыл. Если впереди, то это я. Я. А, не, не там. Вот здесь ты эту дверь открывал? Не, там я не открывал нихуя. Покажись, лицо нетрадиционной сексуальной ориентации. Да, брат, эй, ты где? Ты, блядь, сократить решил, да? Блядь, специально же делаю, чтобы тебе видео забанили. Да, Загеев, наоборот, увеличит монетизацию. Так что вы оба будете гея. Что вы видео лучше продвигалось. Ой, блядь, ты нам пизда. Да все в порядке, не сэр. Сука, скотина. Еще и, блядь, рыгнул нахуй. Я думал, тебя уже съели, блядь, черти. Я возьму фиолетовое дылдо и что-то, блядь, еще бы. Вас вырубит. Вас, ты где? Сука, я посрался, я живой. Ну давай мы тебя тут запрем, короче. Скиф, иди сюда. Да, все, закрывайся, делай свои дела. А, дай мне знак. Чё, фар? Зайбись, он ответил. Фар ответил. А чё фар обозначает? Жирный, что ли? Не, это фэт. Я толчок перед смертью смотрю. Всё. Двери, блядь, не закрывайте, очко играют. Я, короче, пойду за снаряжением, за автоматами, за пулеметами. Сука, да чё же что-то играет, блядь, парни, вы не представляете. Мы уже не парни, мы уже мертвы. Слышь, Скиф, мы уже мертвы 10 лет, ты о чем? Я, короче, буду отпугивать его распятием. Я уже отсюда слышу, как пищит. А, ну, распятие сейчас скинем сюда, по-моему, да? Изыди! Нечисть проклятая, блядь, на. Извините, что потревожили, пойдем. Да у нас призрак-аутист, блядь. Он не хочет вообще нахуй нападать, ничего не хочет делать. Он, блядь, светом два раза поиграл и все. Он боится, что лампочки перегорят. Фаст, что там с дуркой? Фаст, блядь, уже там на трейлере, блядь, он уже умер, наверное. Фаст, по-моему, умер, я не знаю. А, не, нормально. Фаст, что за хуйня у тебя с позвоночником? Фаст. Фаст, ответь. Пизда у него шиза, наверное. Фаст. Смотри, что за хуйня с ним. Все, пойду, короче. Я иду со свечой. Так, там свечка уже стоит. Я просто так. Для спокойствия. Ой, ой, доигрались. Фаст. Фаст, открой. Зажигалка есть? Свечку перед тобой. Так, она тебя спасет. Вот еще одна. Зажигалка нету, ты о чем? Зажигалку дай, кинь зажигалку. Она внизу где-то. Да, она и так сзади идет, так что не волнуйся. Боже, есть да и си на ABC, да и сидится имя твое. Там что там, да сидится имя твое, да прибудет царствие твое. И там что-то там тоже, короче, очень важное. Кто в рацию говорит? А, я, извиняй. Да скинь мне зажигалку, она внизу. Надо во время охоты. А хочу сообщить вам, что мы восстановили наши сервера по Майнкрафту, и теперь вы можете зайти на них через наш собственный лаунчер. Ссылка на него будет в описании.